прозрачную емкость наберите снег. Отметьте маркером уровень занимаемого объема. По мере таяния снега отмечайте изменения и уровень занимаемого объема. В конечном итоге образовавшаяся из снега вода будет занимать в разы меньше места в емкости. Разница в объеме свидетельствует о наличии в снеге воздуха. А еще можно сравнить, какой снег тает быстрее – рыхлый или плотный. Для достижения максимального эффекта оставьте льдинки замерзать не менее чем на 3 часа. Интересно, что соляной и подслащенный раствор замерзают дольше. Обратите на это внимание детей. Наблюдайте, как струя цветной воды в зависимости от температуры воды в бутылке, а также длительности и силы воздействия пробивает в снеге тоннель. Чтобы это не происходило, хорошо утрамбуйте снег, прежде чем начать рисовать. Окрашенный снег, как правило, сначала подтаивает, затем снова замерзает, преобразуясь в цветные льдинки. Из таких снежных блоков здорово строить башни. Рисовать можно не только при помощи бутылки с продырявленной крышкой, но и огромными кисточками по утрамбованному снегу и даже используя пульверизатор. Раскрашивайте лед любыми красками, используя кисточку, либо подготовьте заранее цветной раствор и пипетку. Лед тает быстрее под воздействием соли. Посыпайте льдинку солью или добавьте соль в цветной раствор. Соль разъест поверхность льдинки, образуя красивые тоннели, по которым к самому центру будет просачиваться краска. Приготовьте необычный лед из смеси соды и воды. Внутрь каждой льдинки можно поместить сюрприз, например, желуди для голодного поросенка. Растапливайте лед раствором уксуса или лимонной кислоты. Так льдинки будут не просто таять, а буквально растворяться и шипеть. В процессе будьте предельно внимательны и аккуратны. 2 воздушных шара наполните водой и отправьте замораживаться. Один из шаров достаньте через 1,5 часа. Аккуратно снимите с начавшего леденеть шара оболочку и проделайте в нем небольшое отверстие, чтобы слить остаток незаледеневшей воды. В итоге вы получите ледяную сферу, полую внутри. Будьте аккуратны, сфера весьма хрупкая. Через 4 часа можно достать из морозильной камеры второй шар, который к этому времени уже полностью заледенеет. Поясните ребенку, что вода замерзает постепенно от краев к центру. При желании можно использовать ледяные шары сферы в качестве необычных подсвечников. Оказывается, снег можно приготовить и в домашних условиях, соединив соду с пеной для бритья. На 500 граммов соды, как правило, уходит баллончик с пеной. Ориентируйтесь на свои тактильные ощущения. Как только консистенция станет похожа на мокрый снег, из которого можно лепить снежки, снежная масса готова. Если хотите получить рассыпчатый снежок, добавьте немного меньше пены. С этим рецептом справятся даже малыши. Предоставьте ребенку возможность приготовить снег самостоятельно, а затем повеселитесь вместе.